Поэтому это однозначный процесс. Мы ведем активные переговоры. Сегодня мы на финальной стадии по этому зданию. Мы его хотим отдать в правильные руки для того, чтобы это здание развивалось. Да, конечно, когда проезжаешь мимо, с учетом того, что и мы часто заседали в этом здании, всегда вспоминать его будем с теплотой, конечно, немножко ностальгия имеет место быть. Но сейчас нужно говорить о разуме. А разум – это экономика. Поэтому не только здание завода управления, но и в целом те многочисленные гектары земли и сооружения, которые исторически сложились за 70 с лишним лет вокруг завода, мы будем делать оптимизацию. Мы концентрируемся на ключевых переделах для того, чтобы завод был максимально эффективным. Поэтому... Зовете какие-то цифры или сошлетесь на коммерческую тайну? А, цифры продажи? За сколько, да? Нет, конечно. Как только мы сделаем сделку, пожалуйста, мы познакомим вас с новыми хозяевами, они вам расскажут. Сегодня, ну, это есть бизнес-этика, да. Мы это до конца года произойдет или уже? Мы надеемся, у меня задача сделать это до конца года. Да. Хорошо. Ну, у нас есть еще деревообрабатывающее производство. Пользуясь случаем, если у нас есть интересанты по деревообработке, мы не хотим этим заниматься. Потому что, ну, сегодня никто не покупает деревянные машины. Мы покупаем некоторые элементы, связанные с бортовыми машинами и так далее. Поэтому это не профильный актив, который мы тоже с удовольствием дадим. У нас нет специалистов, которые в деревообработке что-то бы понимали. Может быть и есть, но точно нет той экспертизы, которая сегодня даст возможность восполнить это и 19-го. Поэтому мы не распродаем завод. Мы решаем вопрос эффективности непрофильных активов. Важно. Да, поэтому здесь, когда люди начинают говорить, вот, товарищи, вы что-то там распродаете завод, мы не хотим заниматься деревообработкой. И всем дилетантам хочется сказать, если вы такие умные, пожалуйста, вот вам деревообработка в составе Ульяновского атомного завода, покажите, как вы сделаете это эффективно. То есть нужно все-таки вставать с позиции простого обывателя, который напоминает мне наши Раши, да, который вот такой сидит, там телевизор смотрит, да, и просто комментирует. Возьмите что-то, сделайте. Мы говорим о повышении эффективности. И это не только связано с этим. Сейчас у нас с Сергеем Ивановичем есть согласованный подход по созданию индустриального парка. Вы знаете, как в Димитровграде развивается индустриальный парк при поддержке Кипмастера, который является нашими историческими партнерами. У нас мы сейчас находимся в диалоге, и тоже до конца года мы эту большую специфику в дорожную карту привнесем с точки зрения создания индустриального парка. То есть это те непрофильные активы, которые и производства, которые выйдут из состава Ульяновского автомобильного завода, но они никуда не уйдут. Они просто перейдут в руки тех компаний, которые смогут добавлять еще дополнительным заказом, при этом обслуживать Ульяновский автомобильный завод. На базе УАЗа? На базе нашей же площадки, просто выделено. И вопрос оптимизации численности, она будет продолжаться за счет того, что эти производства перейдут в руки каких-то частных инвесторов, которые... За счет дополнительных объемов, наоборот, будут наращивать все это. Поэтому у нас задачи нет. Мы точно будем эту оптимизацию продолжать. И вот здесь бы сразу хотел бы подчеркнуть, когда мы вернемся к этому разговору, скажут, что вот у вас работало столько-то людей, теперь вот столько-то, скажут, да, посмотрите, значит, за то, сколько компаний вокруг, оставших в периметре географическом, работают в целом. И как это будет добавляться. Пример Димитровграда, могу сказать, сегодня практически в три этапа полностью загружена вся площадка. Нам просто активнее нужно занимать эту позицию. И это, по-честному говорить, это наша непрофильная деятельность, в котором у нас не хватает экспертизы. Пусть это делают профессионалы.